Циклоп. Пора нам поболтать. Лишь бы не заметили. Боги, свидетели, клянусь! Какие боги? Неужели так важно? Все боги, клянусь! Все, что есть! Я в жизни не слышал, чтобы человек столько говорил о богах! Отпусти его! Никто на этом острове не смеет говорить этого! Он сказал циклоп? Это так тебя задевает? Я не люблю, когда люди зовут меня так! Я тебя... Я... Но ты жирный, то есть большой и сильный. И у тебя, правда, один глаз. Глаз! Отдай! Отдай, я пощажу твоего друга Маркоса! Отдай мне глаз! Отдать? Так возьми. Здесь бдительные стражники. Боги, свидетели, клянусь! Какие боги? Неужели так важно?
Все боги, клянусь, все, что есть! Я в жизни не слышал, чтобы человек столько говорил о богах! Отпусти его. Никто на этом острове не смеет говорить этого! Он сказал циклоп? Это так тебя задевает? Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Боги, свидетели, клянусь! Какие боги? Неужели так важно? Все боги, клянусь! Все, что есть! Я в жизни не слышал, чтобы человек столько говорил о богах! Отпусти его. Никто на этом острове не смеет говорить этого! Он сказал циклоп? Это так тебя задевает?
Я не люблю, когда люди зовут меня так! Я тебя... Я... Но ты жирный, то есть большой и сильный. И у тебя... Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Боги, свидетели, клянусь! Какие? Yeah!
Нельзя больше откладывать. Даже у таких крыс найдутся друзья на Кефалинии. Дети Зевс, кефалонийские разбойники не шутят. Рад, что ты со мной. Они тебя боятся. Спасибо тебе. Тому, кто всю жизнь провел в море, было бы позором утонуть в глиняном горшке. Ах да, забыл представиться. Я Варнава, капитан Адрести. Что ж, Варнава, рад познакомиться. Я Алексиус, наемник. Ха-ха-ха! Уверен, что ты здесь не случайно. Ты о чем? Когда меня окунули под воду, я взмолился богам. А когда вытащили, там был ты. Ты позвал, я откликнулся. Многие говорят, что в их жилах кровь богов. Но ты первый, кому я верю. Почему на тебя напали? О, ты знаешь местных. Без обид. Я рассказывал им о своем плавании. Они вдруг взбесились, словно дикари какие. Что же их так разозлило в твоем рассказе? Недавно мы нашли человека на плоту. Перед смертью он нам такое поведал. Кровь застыла в жилах. Рассказывал о твари столь ужасной, что словами не описать. Я упомянул одноглазое чудовище. И меня тут же сунули головой в воду. Да, циклоп принимает все близко к сердцу. Где твоя родина? Трудно сказать. Мой дом Адрестия. Но родился я в оливковой роще на Миконосе. Как ушел на войну, больше туда не возвращался. Так ты солдат?
Был когда-то. Служил капитаном в Афинском флоте. Но однажды во время осады Посейдон потопил наши корабли. В ту ночь я увидел это. Это? Что ж ты увидел? Когда бог морей приходит в ярость, он насылает не только ветер и волны. Я видел зверя, жуткую тварь. Мне мало кто верит, но мой слепой глаз тому доказательство. Посейдон покарал меня за то, что я взглянул на запретное и выжил. Так у тебя есть корабль? Конечно! Упаси меня боги застрять тут навсегда! И где он? Благодаря тебе, все еще в гавани сами! Возможно, сама судьба свела нас вместе. Мне нужен корабль и команда. Ха-ха-ха-ха! Ты спас мне жизнь! Я оскорблю богов, если не предложу свою помощь! Ты согласен? Я и мой корабль к твоим услугам! Ты впрямь не из этих мест. Ха-ха! О, нет! И слава богам! Пойдем, покажу тебе Адрестию. Когда пожелаешь, капитан. Стой! Подожди, Алексиос, я собрала все, что нужно. Хочешь плыть с нами? Куда ты, туда я. Ты же родилась на Кефалине, и это твой дом. Зачем его покидать? Чтобы всегда быть рядом с тобой. Тебе нельзя плыть со мной. Хватит упрямиться. Но ты не справишься один. Справлюсь. Раз мне нельзя, возьми Хару. Хару? Орлицу. Мою подругу. Подарок моей мамы. Ну, пусть будет с тобой. Напоминает обо мне. Станет твоей подругой. Спасибо. Хорошо, что ты спас Кину. Мне будет с кем играть. Береги ее. Вдруг болезнь еще не отпустила. Обещай, что когда-нибудь мы увидимся. Надеюсь, на все воля судьбы. Мы же лучшие друзья. Судьба точно сведет нас вновь. Будь по-твоему. И будет. Алексиос! Покинешь Кефалинию, не попрощавшись с лучшим другом? Быть того не может. Не может, ты ведь уже здесь. Прощай, Маркос.
Мы были прекрасной командой, а теперь расстаемся. Конечно, без помощника мне не обойтись, но тебя не заменить. Ну что, обнимемся? Будем проще. Сразу видно деловой подход. Чем будешь заниматься теперь? Пить вино! Хотя оно, конечно, может выдохнуться, но я всегда готов к приключениям. Кстати, милая Феба, для тебя есть задание. Задание? Да. Как думаешь, она достойна занять твое место? Готов отплывать. Готовь корабль. Отплываем. Славно! Мы и так задержались на берегу. Пора в путь. Что ж, куда отправимся? Какой край желает посетить могучий Алексиос? Мегариду. Мегариду! Но ведь там идет война! Я должен убить одного полководца. Кого? Его имя Волк. Волк? Кому нужна смерть Николауса из Спарты? Николауса? Оракул определила ее судьбу! Если она не умрет, Спарта падет. Останови их. Нет, она не опасна. Она поможет. Она поведет нас. Молчать! Нет! Не надо! Нет! Убийца! Он убил его! Брось его вниз! Смой с себя этот позор! Заплати жизнью за жизнь! Взгляни он меня, не такой, Николаус. Как мы! Не слушай! Николаус! Не слушай! Нет! Нет! Не слушай! Николаус! Не надо! Отец! Николаус! Стой! Николаус! Нет! Николаус! Николаус, послушай! Взгляни на меня, Николаус! Нет! Не слушай! Ты осквернен! Избавь себя от скверны! Отец! Ради Спарты! Нет! Отец! Нет, мое дитя! Алексиус! Плывем в Мегариду. Скорей! Боги, но зачем? Почему мы должны рисковать своими жизнями и плыть туда? Потому что волк из Спарты – мой отец.
чудесный морской бриз. На палубе всегда так качает. Ха-ха, у тебя есть прекрасная возможность привыкнуть к качке. О, о чем ты? Ну, пока циклоп мял мне бока, его пираты забрали мой груз. Я знаю, куда они направляются. Что, если нам вернуть его? Конечно. Хорошая проверка для команды и корабля. Ну, вперед! Поплыли! Ну-ка, проверим паруса! Возвращением! Стрелять не можем! Команда! Вот уже давай!
это выстрел! Сгинули мои товарищи. Спарта и Афины рвут друг другу глотки, и в море стало опасно. Нам нужны новые члены команды. Я знаю отличного лучника. Он мог бы нам пригодиться. Где его найти? Ну, его придется убеждать. О чем ты? Доставь его на борт, и я его уговорю. Драхмы подсластят сделку. Он должен быть без сознания? Нет, нет. Нужно лишь немного его усмирить. Потом доставить на корабль для беседы. Все будет хорошо, обещаю.
Живей! Сегодня боги с нами, Алексиус. Тихое море, теплый ветер. Прекрасный день. Все так, друг мой, все так. Помедленнее!
Надать скорости! Держитесь! Быстрей! Идем на таран! Бегцам нужно перевести дух! Мы в безопасности, капитан! Замедляйте! Командир показывал тебе новое оружие? Говорят, им можно камень разрубить. Кто сказал? Серьезная вещь. Мой друг потерял руку, пытаясь нарезать хлеб этой штукой. Найти бы кузнеца, что выковал его. Я бы за...